Надо уравновесить чем-то справа. Или признать, что это прибыль, или добавочный капитал, или как дополнительный уставный капитал. Ну, что еще раз вы сказали? Вот оборудование. Оборудование это... полтора миллиона. А, уравновесить сюда что? Из миллиона семисот мы можем предположить, что полтора миллиона это оборудование. Это оборудование. Получается, у нас зависит 200 тысяч. 223 тысячи зависло. 220. Нет, нет. Имеется в виду, что каждая строка актива баланса, основное уравнение баланса, что сумма активов равна сумме пассивов, как весы, да, угу. Сергей? А у нас сейчас да. Весы рассогласованы, активов много, из пассивов вот уставный капитал, кредиты, дальше нечто иное. Вот 1 723 000. Задолжен поставщикам, да. При этом у нас есть потребительские кредиты, которые являются личными, но они были взяты на нужды бизнеса. Вот тоже деликатная ситуация. Ну, что я сейчас, в самом деле, предлагаю сделать хотя бы 5-минутный перерыв, чтобы перевести дух, чайку выпить, а потом снова вернуться с новыми идеями и чуть-чуть поговорить, коснуться экономической и юридической информации. Хватит у нас сил на да, это? Да, Кирка, конечно, да, у вас конечно. Как, Сергей? У меня голова получше стала уже. Нормально. Тогда 5-минутный перерыв.